Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War. Ребята, мы расправились с Аидом и получили способность плыть по реке, мы получили душу Аида. Можно плавать по этой реке, Стикс. Река называется Стикс, река мертвых. Здесь плавают души, вон какие-то черти, не знаю, в общем, кто только не плавает. Мы с ними плывем. Мы с ними. И я думаю, что будем выходить. Вызов души. Вызовите душу, которая набросилась на противника. Набросится на противника. Давай попробуем вызвать. А что она не набросилась? Подожди. Стоп. В общем, я разобрался. Мы улучшили клинки до 3 уровня. И можно здесь выбрать душу. Например, порождение Цербера. Сейчас попробуем, что за порождение Цербера. Я еще сам не видел Цербера. Давай. О. Вот так. Только надо направить правильно его. Ну, давай. Можем какого-нибудь другого выбрать. Помимо Цербера есть еще, допустим, Химера. Вот. Химера. Открыли Химеру. Когда 3 уровень открыли, вот открылась Химера. 3 уровень клинка. Пробуем Химеру. Вот так тебе Химера называется, а? А, так. Нажмите. Так, подожди. Для применения когти нажмите. А, вот, мы можем оружие менять. Отлично. Смена оружия. Ну вот, можно идти, потому что у нас 3 уровень клинков вот этих, которые когти. Аида, наверное, будем ими и драться, в принципе. Хотя можно и свои. Захотел такими, захотел такими. Все, куда дальше? Поплыли дальше по реке. Ныряй. Кратос такой плывет, он как будто так среди своих пробирается. Ну, на самом деле, эти черти не похожи на нас. Я думаю, что это вообще какие-то... Ну, это по идее, это души. Души людей. Так, куда дальше? Спускай воду. Сейчас, наверное, вода спустится. Нет, ворота просто открылись. Там проход внизу. Поплыли дальше по реке тогда. Ныряем. Стоп. А, вот выход, все. Гефест, здорово, Гефест. Невозможно. Неужели Аид больше не правит в царстве мертвых? Не правит, поверь мне. Бог подземного мира убит. Убит? Ха, Аид заслужил кару. Но я думал, его смерть невозможна. Боги Олимпа слишком самонадеянны. Интересно. Я это запомню, спартанец. Тебе нужна душа бога, чтобы открыть врата Гипериона, Кратос. Никто не открывал их много столетий, они, видно, сломаны. Я так давно не видел прекрасную. Знаешь, Кратос, я не всегда был таким жестоким. Когда-то я был самым уважаемым мастером на всем Олимпе. Зевс отдал мне в жены прекрасную Афродиту. Моя мать Гера гордилась моим талантом. Но когда ты убил Ареса, вся моя жизнь покатилась под откос. Тогда Зевс стал жестокосердым извергом. Самое ужасное, он забрал у меня мою дочь, Пандору. Смысл моей жизни. Мои дни проходят в попытках воссоздать ее. Нифига себе попытки. Не могу, никак не могу. Она жива, спартанец. Я чувствую. Ты. Ты, Кратос. Ты можешь вернуть мне ее. Твоя дочь не моя забота. Но ты ведь можешь меня понять. Когда-то и ты был отцом.
Да. Ладно, идем дальше. Только куда? Как забраться туда наверх? Когтями, может быть, как-то, а? Так, а если свои клинки поставить? Что-то Гефест тут мутит, я не знаю, куда дальше пока идти. Но мы вылезли, сейчас пройдем в другие, может быть. А, мы можем вот здесь поплыть. Да, или подожди, или мы отсюда вылезли. Да, мы отсюда. Все правильно, мы отсюда пришли. Теперь грозный лик Аида за запертой дверью. Но они же не открываются, эти двери. А нам бы их открыть. Я что-то сундук тут пропустил. Глаз Горгоны. Вы получили глаз Горгоны. Найдите еще один, чтобы увеличить запас здоровья. Всего лишь один глаз нам еще нужен. Так, ладно, пускай он пока мастерит здесь. Мы сейчас пойдем посмотрим. Может быть, туда надо вернуться еще ниже. А, подожди, а может, из лука стрельнуть надо? Нет. Так, рычаг нажат. Ну, возвращаемся сюда. Кузница. А в тот раз не писали вроде кузница. Хотя я уже не помню. Ладно. Здесь мы что-то здесь не доделали, по-моему. Где-то что-то было закрыто. Ну-ка, давай покрутим, попробуем. А, смотри, он ожил. Все понятно, давай с тобой разбираться. Так, наверное, мне кажется, свои клинки, что ли, взять хоть, а? А, нет, подожди, сейчас мы будем нормально вот так призывать, и все четко будет. Готов, сейчас мы с ним разберемся. Давай кувалду сюда. И продолжаем. А, не так, кнопка не та была. Да чё ты, блин, не лезь на меня, сейчас. Вторая попытка. И бам! Разлетелся. Сколько-то вас много тут. Подожди, подожди, не бей меня. Вот так можем сделать. Ай! Да хорош ты чё? Чё-то пошло не так, ребята, подожди. Отдай сюда кувалду. Кувалду дай. Почему он не берет? Вот, а с одним разобрались. В общем, с двумя точнее. Сейчас еще один остался. И он еще один, кстати, стоит. Но он без движения. Ай, не попал. Не попал по клавише. Отдай сюда. Все. Получается, один титан этот остался. Сейчас будем крутить дальше, наверное, он тоже, так сказать, оживет. Ну-ка, ну-ка, крутим, давай. Как-то это все долго происходит. Нельзя было механизм побыстрее сделать такой. Раз, быстренько шурк, и все прокрутилось как надо. Подожди, не тормози, еще чуть-чуть надо. Да еще, еще. Куда ты? Че, сил уже не хватает, что ли? Давай здесь. Может, он все-таки оживет вот этот, а? Или еще пока рано. А что, кстати, за цепочки тут висят? Но мы здесь бегали, я не знаю, почему нас опять сюда отправляют. Так, жизни или магия? Давай жизни, наверное, жизни что-то уже мало осталось. Стоп. Зеленую. Магию-то ладно, мы сейчас где-нибудь еще найдем.
Хорошо, что оставил сундуки. Так, подожди, ну это... А, вот. Вот он, выход-то, да? Мы туда прыгали, нет? Что-то я уже не помню. Я уже запутался все, куда мы только не ходили уже. Ладно, пробуем. Точно были, да. Сейчас попробуем еще раз. Цепляйся. А, ну вот они снова ожили. Мы просто туда не ходили, да? Похоже, надо сюда идти. Эй, вы чё тут? А если я вас с лука так же? Ну? Так, подожди, надо взять клинки Зевса. Ой, Зевса, говорю, этого. Аида. Ну, давай, ныряем. Помни о своей цели, Кратос. Тьма накрывает нас. Смерть Зевса – последняя надежда. Все так и хотят. Слушай меня, Афина. Зевс будет убит. Все хотят смерти Зевса. Кто там? Колесница чья-то проскакала. Олимпия, ребята, Олимпия. О, каменный появился. Стоп, он же за нас всегда был. Ну-ка, вон деревяшка здесь. Ага, она нас тот раз не помогла, она сбросила. Скорее, я так страдаю. Я пыталась вернуться в битву, но... И не подумаю. Ты знаешь, у меня не было выбора. Ты должен помочь мне. А, это не каменная, это вот ее руки, это деревяшкины руки получается. А как мне тебе помочь? Я... Ну, Кратос не хочет помочь тебе. Куда? Чё там она говорит? Руки, руки что-то надо освободить. Ну-ка, давай сюда отойдем. Так, подожди, надо еще где-то найти, значит, куда идти. А, вот, вот, я нашел выход, все. Больно, ну а что делать-то? Надо проходить как-то. Кратос, неужто я ничего не значу для тебя? Ты нужна пока полезна, Кия. Вот и все. Я должна сразиться с Зевсом. Титаны должны разрушить Олимп. Нет! Это моя война. Так что вы не лезьте. Сейчас она вниз улетит, короче говоря. Ай, мечом сейчас шарахнет. Беспощадный Кратос. Все улетело вниз. Ну так-то я, в принципе, почти из-за нее-то и упал в тот раз. Могли бы выжить. Перед тем, как я помер. Приз получен, ручная работа. Ага, вот так. Толкнуть надо. Все, рука улетела. Так, жизни-то целые. Надо мне найти все-таки для магии. Синий мне надо. Синий. Сундук какой-нибудь. Пошли открывать ворота. Че тут ходить долго-то вокруг да около. Просто идем и открываем. Врата Олимпии. Докажите свою доблесть, сразив врагов на своем пути, и двери откроются. Не вопрос, давай, кто, подавай всех врагов. Вот они лезут.
Так, наверное, клинки взять надо. А, подожди, клинки, нет, не клинки, не, я имею в виду, эти когти не нужны, потому что магии-то нету. Будем клинками, клинками хорошо здесь раскидаем всех. Отвали. Слышь, ты чё? Я там не успел даже расправиться нормально с ними. Ай, да дайте хоть завершить дело-то начатое. Сколько вас много, ребята, а? Специально для моего испытания вас много прислали. Но это ничего страшного. Чем больше, тем лучше. Скажу я вам, отойдите. Отойдите, я сейчас всех вас раскидаю тут. Во, схватил и побежал. А серию сколько можно максимально набить, я не знаю. Смотри, уже 59. 60. Ничего себе. Давай пробовать серию ударов тогда набивать. Соточка сейчас будет. Сто тридцать один уже. 149. Ну давай в серию попадет. 152. Четко. Последнего сейчас. 163 удара серия, нифига себе. Вот и все. Делов-то, ворота легко открываются. Для Кратоса, по-моему, вообще никакая такая вот возня это не помеха. Смотри, она меня испугалась, улетела сразу. Так, лук. Вот так вот. О, схватить можно. Вот так. И полететь на ней. Вот так, ребята, все это делается. Дальше. Еще одну хватаем. Полетели. Увидев подсвеченную гарпию, нажмите крест, чтобы перепрыгнуть на нее. Все, понял. Так, давай как наверх-то туда? Давай гарпию, где она еще? Она где-то летает. А, вот она. Стоп, иди сюда. Сейчас мы тебя зацепим. О, опыта надо взять. Где гарпия-то? Давай я тебя... Как же мне тебя зацепить-то, а? Во! Бамс! И полетели! Давай, полетели! На следующую пересели. Просто он пересаживается с одной на другую. Вот и как здесь надо использовать. Сундучки и магию восстановим тоже. Все отлично. Полностью восстановлен. Ну... Кстати, ну как полностью? Наполовину опять. В царстве этом все наполовину. Ладно, продолжим свой путь в следующей серии. Ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. И продолжаем играть дальше. Всем удачи, всем пока.